Да. Всем привет, ребятки. Я вас очень-очень-очень рада видеть. Сейчас мы будем расслабляться под дотку 2. Да, может быть, конечно, не всем это нравится, но тем не менее, надеюсь, даже тем, кому не по душе подобный игровой формат, вы сможете включить этот видосик чисто как бы фоном и слушать мой шепот, да, какие-то дополнительные расслабляющие звуки, не вникая, собственно, в саму игру, вы сможете таким образом, возможно, расслабиться. Шук-шук-шук-шук. Звуки мышки, звуки клавиатуры, возможно, будет слышно. Скажем так. Хотя, наверное, не особо принципиально. Окей, сейчас тогда начнем играть. Правда же? Поехали. Ну что же, каточки обычно в турбо-режиме начинаются довольно быстро. Ну, сравнительно быстро по сравнению с обычной игрой, с рейтингом. Хотя тоже раз на раз не приходится. Сейчас вот уже почти полминуты поиск игры. Up, 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 up.
совершенно здесь не рад. Ты не рад, типа, и мы тебе не рады. Ясненько тебе, ясненько. Мы не рады тебе. Мы тебе не рады. Мы тебе не рады, не рады. Меня насилуют. Насилуют? Я за стопью. Сало. Я бы, может, убежала. Взял за стопью. Ну ладно, не критично. Но печально все как-то. Ой, все. Ой, все. Yeah.
хотя бы все-таки, я думаю, осветить свою территорию, уж если не вражескую, то хотя бы свою, чтобы мы все видели, все было понятненько более-менее, да? Все, чтоб ясненько и чтоб понятненько было. Ну, я сама. Очень.